Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами завершили гонку, одну из самых интересных, как я считаю, по Риму, гонку на выносливость, вот, и заработали очень неплохую тачку Altezu LM Edition. Но в этой серии мы не будем ее использовать, эта серия не про нее. В этой серии мы с вами закончим чемпионаты на выносливость. Предстоит нам последняя гонка. И так как я обещал проехать ее вот на этой машине одному из подписчиков, Артемка Супер, теперь настала радоваться твоя очередь. Вот, и у нас 200 миль, собственно говоря, по Лагуне Секи, американский автодром, и будем его брать сейчас. Так, ну, меняем резину, я гонял на суперсофте, зарабатывал деньги на ней, ставим медиум, ну и, собственно говоря, менять в настройках я ничего не буду, аэродинамика, вот то. Аэродинамика, видите, почему-то недоступна, хотя он явно в гоночном обвесе, да и вообще это болид такой гоночный, но почему-то аэродинамика недоступна. Ну ладно, стартуем. Как я уже говорил, машина практически идеальна, поэтому лезть в ее настройки, что-то там настраивать, нет смысла. Так, смотрим, кто у нас в соперниках. Skyline Zixel есть у нас такой. Denso Sart Supra тоже есть такая у нас. Дальше у нас Viper STP-шный. Тоже у нас такой есть. Да по сути у нас все машины в гараже присутствуют. Те, которые тут у нас в соперниках. И по-моему там Unicia Jax Skyline тоже. И он у нас, собственно говоря, тоже есть. Единственное, вот не пойму, кто лидирует. Тоже что-то там красно-белая какая-то тачка. Ну, сейчас потихонечку будем всех обгонять и смотреть, кто у нас тут есть. Вот этот GT One, как я уже говорил в прошлой серии, я тестировал их с R390. И он в абсолютно стоковых своих настройках. Вот в каком виде мы его купили из магазина, в общем, Toyota. В таком он сейчас и есть. У него 593 лошадиные силы и 900 килограмм веса. Поэтому турбину я не стал на него ставить там четвертой стадии, тем более уж. Потому что тогда он... Ну, скорость это особо ему не придаст. Точнее как, придаст, конечно, и очень большой скорости, но он станет тогда гораздо менее управляемый, потеряет баланс свой, его станет вертеть, крутить, избыток мощности и прочее. В общем, никаких плюсов это не даст абсолютно. А так это мы имеем сейчас... А, так это смотрите, вот отвлекусь, это две Toyota Supra сейчас. Одинаковых, причем абсолютно, участвуют тут с нами две Денса. Ну ладно, как мы знаем, есть такой грешок Gran Turismo, что при наличии шести машин всего на трассе они умудряются две одинаковых сюда втюхать. Ну хорошо, что хоть не две пары одинаковых. Вот, поэтому будем участвовать на вот таком вот GT-ване, собственно, на котором, в конфигурации, в которой он и участвовал в Лимане. Вот. Я особо не тороплюсь, если честно, сейчас их обгонять, потому что, ну, я, в общем-то, точно знаю, что здесь нам... Прошу прощения. Здесь нам будет достаточно легко выиграть на этом болиде. Поэтому вот так, можно сказать, сейчас немножечко даже
играюсь с ними. Вот пока у нас лучший круг 1.18. Как я уже сказал, GT One способен ехать из 1.14 на этой трассе. Когда я его тестил, мне удалось показать круг где-то 1.13.3. Так что при, в общем, необходимости всегда можно будет добавить. Пусть даже, может быть, здесь я настолько быстрый круг не покажу, но так как это все-таки гоночные условия, иногда бывает, что не получается. Но, по крайней мере, уж оторваться от них труда не составит. Была у меня мысль потестить на этой трассе еще Альфу 155-ю или, может быть, еще что-то из Туринга, но я отказался от этой мысли, потому что, собственно, изначально обещал, что на GT One пройду одну из гонок, ну и так как она у нас, собственно говоря, осталась последняя, больше у нас гонок на выносливость не будет во второй части, так что вот наслаждайтесь последними минутами, ну, пускай не минутами, часами. Тоже, я думаю, гонка это займет около 2 часов, но все-таки думаю, что эта гонка будет быстрее, нежели предыдущая по Риму. Я думаю, она все-таки меньше немножко 2 часов у нас займет. Как я потом посмотрел, что 2-часовая гонка по Риму, реально это времени у нас заняла, в общем-то, 1:40. Ну, пусть там 1:44 где-то, наверное. Если отнять там в начале немножко видео и в конце приветствия и прощания наши, то вот где-то 1:42, 1:44, думаю, гонка заняла. Ну, это, думаю, займет примерно столько же, 1:40 где-то. Так, вот, видите, перестал с ними играться, и сразу круг почти на 4, ну, на 3 с лишним секунды быстрее. 1.14.8. Вот, поэтому, как я сказал, проблем тут абсолютно не будет. И здесь мы тоже их обгоним, скорее всего, всех на круг, а то и на несколько. Вот, но посмотрим, кто из них там верх возьмет, тоже интересно. Супры или все-таки Скайлайны, а может и Вайпер. Хотя, как я помню, в чемпионате GT500, по-моему, в классе GT500, Вайпер-то что-то постоянно ехал там в хвосте. Поэтому не знаю, как он себя здесь поведет. Посмотрим, когда начнем их на круг обгонять, как там что будет. Ну и вот получается, круги у нас сейчас где-то в районе 1.15, да, 1.15, 16, там 1.14, может быть. А круги-то по Риму у нас были в районе 1.19, да. Ну, то есть здесь побыстрее все-таки. Ну, с другой стороны, какие там круги были, абсолютно неважно, потому что там гонка, как бы там ни было, длилась бы все равно 2 часа. Здесь же, в общем-то, напрямую зависит время гонки от нашей скорости. Поэтому должно быть, я думаю, быстрее все-таки. Да, кстати, у меня тут радостная новость. Буквально сегодня я, в общем-то, узнал, что через несколько дней, ну, вообще сказали через 2 дня, но можно, наверное, думаю, сюда накинуть еще. Ну, короче, в течение недели, думаю, перейду наконец-таки на более, в общем, на оптоволоконный интернет. Потому что, ну, в общем, в нашем регионе до сих пор мы еще на меди сидели. И интернет, ну, в общем, у меня, например, сейчас скорость 4 мегабита. И то это скорость входящая, исходящая того меньше, там всего около 512
килобит в секунду, и это сущий кошмар для меня, когда я загружаю вот эти же серии прохождения на YouTube. Это очень долгая песня. И, в общем, прошлую серию, вот, например, 34-ю, как раз вот гонку по Риму, она у меня весила около 4 гигабайт, чуть-чуть меньше. И вот представьте, эти 4 гигабайта я загружал почти сутки. Почти. Правда, там, надо сказать, что сбой был. Пришлось как бы начинать заново. Точнее, докачка поддерживается, но все равно там время было потеряно. Ну, в общем, заливал я ее около 20 часов в общей сложности. Если бы без этой потери там времени, ну, это заняло бы все равно не намного меньше, ну, часов там 16, я думаю. Вот представляете, 4 гигабайта, чтобы залить на YouTube, мне нужно почти сутки потратить. Эта серия, я думаю, точно так же будет, ну, то есть по времени она будет такой же, и думаю, что и по размеру будет примерно такой же, поэтому через почти сутки, как она будет записана, только она появится на YouTube в интернете. Так что вот, думайте сами. Такой вот у нас тут интернет. Но даст Бог, как говорится, вот сейчас уже заявку подал. И как сказали мне, ну, в этой компании, что завтра они займутся подводкой оптоволокна непосредственно к нашему дому. Ну, у нас двухэтажный дом, многоквартирный. Вот. А послезавтра уже будут в квартиры непосредственно разводку делать. Ну, не знаю. Так что при самом лучшем раскладе, в общем, к выходным уже буду со скоростным интернетом на оптике. Скорость, правда, возрастет, по идее, не слишком сильно, ну, где-то максимум 2 раза, но будет, по крайней мере, гораздо стабильнее. И самое главное, исходящая скорость теперь будет такой же, как и входящая. То есть исходящая у меня будет после этого, ну, мегабит 5-6, может быть. Поэтому, ну, это для меня это будет сказочно просто. То есть процесс пойдет гораздо быстрее. Я очень рад буду, конечно, когда перелезу все-таки на оптику. Это будет просто какой-то прорыв мега просто. Вот в моем занятии там Ютубом, в общем, прохождениями, все будет гораздо быстрее появляться, заливаться серии на YouTube. Это, конечно, не может не радовать. Вот, так что можете и вы за меня немножко порадоваться. Такие дела. Ну, это что касается технического обеспечения. Постепенно апгрейдимся, в общем. Вот. Так, ну, на трассе у нас отрыв растет, не по дням, а по часам. Круг, правда, так и не удалось больше улучшить. Ну да ладно, зато примерно стабильный темп держится у нас. И что радует, я смотрю, что GT One резину очень размеренно кушает. Прям вот уже 12 круг, а резина еще слегка-слегка желтая. Это тоже отлично. Причем я так смотрю, что передние, опять же, покрышки стираются почему-то быстрее, чем задние. Хотя болит у нас заднеприводный, естественно. Правда, и задний же моторный, точнее среднемоторный. Ну, видимо, вот за счет такого вот баланса, за счет распределения веса, опять же, там прижимной силы, вот ну, больше нагрузка на переднюю ось все-таки, на колеса, которые поворачивают у нас. Вот, ну, достаточно, конечно, это редкий случай для заднеприводной машины, но вот так, тем не менее. Ну, с другой стороны, это мало заметно, то есть практически равномерно, конечно, стираются все равно, но передняя ось все-таки немножко больше.
Вот. Я думаю, что... Ну, кругов 20-то мы точно железно проедем, судя по резине. Но, может быть, даже и больше. Так, ну, пока гонка, в принципе, течет своим чередом, влилось в такое спокойное русло. Оторвались мы от преследователей очень намного. Можно поговорить на смежные темы. В общем, ну, сегодня, вот когда я записываю это видео, сегодня у нас вторник. И, ну, получается, в воскресенье вот прошло Гран-при России. И, конечно, этот Гран-при России был гораздо интереснее, насыщеннее прошлогодней гонки. Да и по меркам этого года, в принципе, гонка была, я считаю, одной из самых интересных, самых лучших. Хотя, несмотря на то, что, в общем-то, за победу борьбы практически не было. Но, тем не менее, весь остальной пелетон старался изо всех сил компенсировать вот такую вот недостачу борьбы за победу. Ну, в общем, по итогам, конечно, нашего этапа практически, ну, в одном, по крайней мере, зачете уже интрига исчерпана. Это Кубок конструкторов взяли Мерседесы, как, собственно говоря, и в прошлом году. Они на Гран-при Сочи заработали Кубок конструкторов. И я чувствую, что немчики-то будут приезжать в Россию с очень радужными и радостными чувствами. Два года подряд им везет на нашей русской земле. Так что тут поговорка не во всех случаях работает, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот, если говорить про Гран-при России, то как раз таки немцам очень по душе, я думаю, наш этап. Вот, ну и, в общем, началось все, конечно, ну, как я уже рассказывал, с пятничных тренировок, что толком не удалось потренироваться ни в одной из тренировок гонщикам. В первой и во второй были там проблемы мокрые. В одной бензин пролился, ну, точнее, дизель. Во второй тренировке был просто дождь, и практически никто не ездил. Третья тренировка была по суху, но расколотил свой болид Карлос Сайнс. Это, в общем-то, была вот в субботу с утра такой первый звоночек. И, собственно, его авария и стала самой серьезной для пока что нашего молодого этапа. Довольно серьезно он разбил машину на, ну, после задней прямой, на торможении повело его машину, бросило в стену, и дальше уже неуправляемая машина по прямой, собственно, влетела в барьер из, ну, из специального, в общем, материала ударопоглощающего. Ну, Сайнца забрали в больницу, дабы его проверить. На медицинском автомобиле увезли его с трассы. Но в итоге, там, через пару часов он уже вовсю твитил себяшки прямо из госпиталя. Ну, то бишь, селфи там делал. Весь такой радостный и улыбчивый. И надеялся, что его допустят на старт. Ну, на старт его допустили. Ну и, собственно говоря, так, сейчас вот получается, смотрите, мы догнали первого кругового, это у нас все-таки Вайпер. Так что все-таки Вайперюга не сдюжил. Ну и, в общем-то, ой-ой-ой, ничего себе полет какой. И, собственно говоря, Вайпер у нас идет последним, получается. Жалко, конечно, жалко, но что поделать. Значит, он здесь самый слабый. Вот, ну да ладно, сейчас будем проходить его на круг. Надеюсь, что
во второй раз догоним. Покрышки, в принципе, еще позволяют. То есть они у нас только-только начинают вот светло-оранжевыми становиться. Так что уж двадцаточку-то мы точно проедем, а там посмотрим. Вот. Ну и, собственно говоря, вернемся к F1. Старт был... Да, пол, кстати, взял Росберг во второй раз подряд. Имею в виду во второй раз подряд после Сузуки. Ну и я, в общем-то, не надеялся, что лидерство он удержит, потому что стартует он из рук вон плохо. Вот в этой фазе чемпионата. Но парень сдюжил и отбился от Хэмилтона и удержал лидерство. Ну, тут у меня настроение немножечко поднялось. Думаю, может, все-таки удастся ему тогда и за победу побороться. Вот, и, в общем, тут же сразу выехал и пейскар, автомобиль безопасности, потому что у нас в первом повороте сцепились Хулькенберг и... Так, кого он там зацепил? А, и Эриксон на Заубере. Хюлькенберга, значит, развернула поперек трассы, ну и в него въехал благополучно Эриксон. Ну и, в общем, разнять их быстро не удалось, поэтому выпустили пейскар. Это, кстати, был первый пейскар на нашем этапе, тоже дебют своеобразный. В прошлом году гонка была, в общем-то, довольно скучная и обошлась без пейскаров. Вот, здесь же сразу же на первом круге у нас пилоты начали стараться. Ну и, собственно говоря, пока был пейскар, был он недолго, круга 3 всего. Думаю, теперь надо на рестарте Росбергу отстоять еще лидерство. Ну, он молодец, он на рестарте уехал. Вот смотрите, опять Вайпер, блин, вышел вперед. Опять я чуть ошибся в своем любимом повороте на этой трассе. Вот, ну и, собственно говоря, нормально, думаю, значит, будут биться. Но не тут-то было, практически сразу после... Даже нет, еще когда была машина безопасности на трассе, Росберг что-то начал жаловаться на то, что у него проблемы с педалью. С одной из педалей, в общем. И когда машина безопасности ушла, в общем, он там, по-моему, пару кругов еще ехал, а потом бац, и на торможении, на самом жестком торможении на нашей трассе в первом повороте ошибся и пропустил Хэмилтона вперед. Ну, тогда еще было не ясно, почему. Я, естественно, разочаровался, думаю, блин, какой-то веке удалось стартовать, хорошо удержал лидерство и после рестарта тоже шел первым. Нет, блин, сам же взял, ошибся и упустил лидерство, выпустил вперед Хэмилтона. Но тут же последовал, в принципе, радиопереговор между ним и боксами, и он сообщил, что у него проблемы ухудшились с педалью. Там в трансляции почему-то послышалось, что у него проблемы с тормозной педалью, но потом после гонки выяснилось, что у него с газом были проблемы, и потом он сбавил вообще темп, пропустил там и Феттеля, и Боттаса. Точнее, Боттаса и Феттеля на тот момент. Ну и вскоре заехал в бокс, и там, в общем-то, и остался. Так что гонка для Росберга продлилась очень недолго, и, в общем-то, по итогам нашего гран-при Хэмилтон тоже, ну, фактически уже завоевал титул. Там чисто математически еще есть, конечно, шансы и у Феттеля, и у Росберга, но Феттель, кстати, после гонки тоже обошел Росберга, вышел на второе место, но тут уже не столь принципиально, кто там будет вторым. Самое главное, что абсолютно однозначно уже, что Хэмилтон, ну, в общем, за оставшиеся 4 гонки третий титул свой возьмет, и сравняется он наконец-таки со своим кумиром Айртоном Сенной, о чем он многократно уже говорил, что вот для него главное взять 3 титула, а дальше типа как пойдет. Ну и, в общем-то, препятствий практически не осталось у него на пути к титулу. Вот, ну и дальше там у нас борьба была на протяжении всей гонки, то есть было очень много обгонов.
Масса стартовал 15-м, вот он прорывался через пелетон наверх. Потом Ферстаппен, вот также он в заварухе вот на в первом повороте после стартовом с Хюлькенбергом пострадал. И Хюлькенберг ему пропорол, по-моему, покрышку там заднюю. И вот он в итоге оказался тоже в числе последних. Прорывался там. Молодец. Вот. В общем, боевая была гонка. И самое, конечно, фееричное это было... А, еще была одна авария, которая... Пискара-то, в общем-то, было два. И вот второй Пискар выехал, когда Грожан разложил свой болид в самом нашем быстром повороте. Вот там вот левом скоростном длинном повороте, нескончаемом, после стартовой связки. В общем, там не удержал болид и вправо его туда вот вынесло. Этот поворот вот такой полукруглый вокруг площади Олимпийской этой, там где факел стоит Олимпийский. Вот, и там, значит, Грожан тоже довольно-таки такая серьезная авария. Ну, она больше зрелищной была, Грожан-то в ней не пострадал, но машину разбил серьезно. Вот, и там уже довольно долго убирали его машину, и барьеры там чуть-чуть пришлось им заделывать нашим комиссарам. Поэтому машина безопасности возила довольно долго за собой пелетон. Там уже вот во время второй машины пит-стопы там последовали, кто-то поехал менять резину. Вот, кстати, Рикьярдо заехал в этот момент и сменился с суперсофта на софт. И, собственно, практически у всех была тактика одной смены резины, одного пит-стопа, а в Red Bull вот поступили по-разному. Рикьярдо вот заехал на буквально там, ну точно не помню, ну круг, наверное, 15-й, может быть, где-то так. Первый свой пит-стоп, и, собственно, до финиша проехал на одном комплекте этом. А Квята, наоборот, затянули пит-стоп на суперсофте, и он ближе к финишу остановился за софтом, ну, по крайней мере, после середины дистанции уже. И, ну, в общем-то, это была ошибка, по крайней мере. Ну, я так считаю, и он в интервью говорил, что да, наверное, стоило заехать им пораньше. Но в итоге все-таки, в общем, повезло. Удача была на его стороне, потому что концовка гонки получилась просто феерическая. Началось все с того, что вылетел Сайнс. Так что, как для него вот не задался наш уикенд, наш гран-при, так, в общем-то, закончился ничем. У него проблемы с тормозами случились довольно... Ну так, до финиша оставалось где-то кругов 10. У него начали дымиться, карбоновая крошка вот летела из передних тормозов. В общем, было видно, что у него проблемы с тормозами. И, в общем, в итоге он из-за этого и сошел. Вылетел сначала один раз, его развернуло, но... Он вернулся на трассу, ну, видать, не внял проблемам, или, может быть, ему из боксов по рации не сказали, что парень сбавь. И, в общем, на этом же круге он еще раз вылетел и уже разбил машину, ударился задним спойлером и прекратил гонку. Так что вот две машины разбитых у Сайнса, и уехал он ни с чем из России. Вот, это как раз позади него ехал Квят, незадолго, кстати, пропустивший Массу. Массу довольно долго сдерживал, молодец, Данька. Как я уже сказал, Масса вот прорывался и, ну, в один момент догнал нашего Даньку. Естественно, так-то Вильямс, тем более на нашей трассе с длинными прямыми, конечно, Red Bull ему не конкурент Вильямсу, но Квят довольно долго сопротивлялся и... Ну, в общем, все-таки пропустил Массу, но попортил тому кровь. И буквально через несколько кругов вот вылетел Сайнс. Квят наш выиграл за счет этого позицию, естественно. Потом случились какие-то механические проблемы с Рикьярдо. Попутно затеяли борьбу, в общем,
Ботас, Райконен и Перес там, то есть тоже где-то на последних кругах. И, в общем, в этой же группе был и Рикьярдо, вот он сошел, и Ботас потихоньку достал Перца, который шел, собственно говоря, на третьем месте. Я не знаю, он там, наверное, всем богам молился. Давно в Форс Индии не было такого праздника, а тут вот он вырвался на третье место и долгое время шел. И буквально за где-то круг до финиша Ботаса прошел, точнее Ботаса, Перца все-таки прошел Ботас, а следом его прошел и Райконен. То есть он за буквально за пару кругов с третьего места переместился на пятое. И, ну, там, не знаю, вся, наверное, Мексика сначала его боготворила, а вот в этот момент, когда он опустился на пятое место, все были, я думаю, готовы его убить. Вот. Но счастье пришло и на улицу Перца. И на последнем круге, буквально за полкруга, даже меньше, до финиша, два финна, Райконен и Ботас, собственно, пройдя Перца, они, ну, не успокоились. И Райконен продолжил атаки на Ботаса, дабы выйти на подиумную позицию. Ну и, в общем, в том повороте, в котором накануне вылетел Сайнс после длинной прямой, решил атаковать Ботаса по внутренней траектории, естественно. Но Ботас не ожидал там атаки и, видимо, вообще не видел Райконена. И захлопнул калитку и снес тому передний, ну, в общем, ударил его в передние колеса, переднее левое. Сломал подвеску, ну а сам в итоге вылетел и разбил машину. Так что в итоге за счет маневра Райконена, в общем-то, ну, Ботас выбыл, а Райконен вот такой подбитый стал ковылять до финиша. Так, и сейчас давайте отвлекусь немножко, заедем на пит-стоп, потому что, вот смотрите, 28 кругов мы продержались на этом комплекте, но резина уже очень была убитая, и, ну, передержал я, так скажем, передержался на трассе. Здесь довольно интересный такой выезд с боксов. Конечно, тут можно было просто вправо вот сейчас вывернуть. Но будем, в общем, придерживаться правил и поедем правильно, так как надо. Вот, и следующий пит-стоп, наверное, будем совершать немножечко пораньше. То есть не буду я ехать 28 кругов. В следующий раз, наверное, где-то на кружок 2 надо все-таки пораньше заезжать. И тогда вообще все будет идеально. Это 28, 56, да, на 2. Вот, наверное, в следующий раз на 55-м заедем. Потом на уже каком получается, на 70-м, на 80-м. Ну, в общем, получится у нас 3 пит-стопа. Неплохо для 90-то круговой гонки. Думаю, если все будет нормально, то вот где-то так и заезжать. Ну, там будет, может быть, варьироваться круг 2, но в целом где-то так. То есть следующий 55-й и последний 500 на 80-м где-то круге. Примерно. Вот такой расклад. Ну и, в общем, за последний полкруга, в общем, Перец снова вышел на свое законное, так скажем, третье место, и Райкин в итоге доковылял до финиша, пропустив еще и Массу, в общем, был пятым, а Квят наш в итоге переместился на шестую позицию за счет того, что вот Ботас еще сошел. Райкина он немножечко не успел догнать, потому что, ну, со сломанной передней подвеской Райкин все-таки ехал достаточно быстро. Хотя было там красиво, он там с искрами финишировал, вся машина там искрила у него, чирпала днищем. Ну, нормально такой прям. Горячий финский парень, хоть у него и кликуха Айсман, но финишировал он совсем не в своей манере. Вот, кстати, мы сразу же первым кругом вот ставим, улучшаем время, 1:13:0. Тем самым, в общем-то, я перебил сейчас время тестовое,
когда я, ну, говорил вам, 1.13.3 было тогда на таком же комплекте Medium. Я тогда тестировался здесь, и вот удалось сейчас перебить то время. Ну, хорошо. Снова Viper догоняем, но это получается снова на круг, на первый. За счет нашего стопа он снова в круг вошел с нами. Сейчас снова отыгрываем у него кружочек. Так что концовка была очень мощная. Я там, ну, просто на эмоциях там верещал, орал. И в итоге, в общем, Квят даже еще переместился и на пятое место после финиша, потому что Райконена все-таки за это столкновение наказали. То есть признали виновным его. Хотя там все было не настолько однозначно. Ну, с судьями, как говорится, не спорят. Но, конечно, как по мне, там, ну, в общем-то, был гоночный эпизод, и Ботаса там вины было, по крайней мере, не меньше, потому что Райконен-то нос уже свой просунул для обгона, и Ботас не оставил Райконену места совершенно. Заходил абсолютно по внутренней траектории, резал апекс, ну и в итоге сам напоролся на Райконена. Как-то вот так. Но, тем не менее, Райконену прибавили на финише 30 секунд, и он очки все-таки заработал, но переместился с 5 места на 8. И вот когда только гонка финишировала, Мерседес у нас был. Мерседесу не хватало очков, чтобы взять кубок конструкторов. Второго места Феттеля и пятого места Райконена было достаточно, чтобы пока еще держаться, так скажем, на плаву. И Мерседесы недостаточно вот одной машины взяли очков, чтобы взять кубок конструкторов. Но после вот наказания Райконена все-таки кубок конструкторов пришел к ним. Тем временем мы вот еще и Sky обходим, Unicia, Jax, ну, получается, на, наверное, пятым идет этот Skyline. Вот. Так что, вот, второй год подряд Мерседесы взяли кубок конструкторов у нас на нашей земле. Вот, ну, а Квят, в отличие от прошлого года, провел неплохую гонку. Хотя, в общем-то, ну, сама по себе гонка у него была, ну, тактика, по крайней мере, проигрышная. В общем-то, если бы Рикьярдо не сошел, он бы был, ну, Квят, имею в виду, позади бы своего напарника. Вот, ну и вообще, если бы не все эти перипетии, был бы где-то в районе 8, наверное, места. Но тут не работает. Если бы ДКБ, мы имеем то, что имеем. В итоге у нас концовка получилась боевитой. Опа! Поворот у нас, вот штопор тут тоже боевитый. Вошел я немножко в штопор, в штопоре. Вот, переусердствовал. Ну, резина-то свежая. Так что Квят особо никого не обгонял. По-моему, за гонку он вообще никого так не обогнал. Вот чисто вот за счет сходов ему повезло, и он оказался на пятом месте. В итоге в чемпионате у них там с Рикьярдо очень плотная борьба, и Квят опять вышел вперед, и сейчас между ними всего одно очко. То есть у Квята сейчас, по-моему, 74, а у Рикьярдо 73. Ну, там прям бойня между ними идет не на жизнь, а на смерть. Плохо, что, конечно, не за лидерство в чемпионате, а лишь только за, по-моему, 6 место они борются. Но ничего. Будем надеяться, что в следующем году Red Bull все-таки будет. И смогут они побороться за более высокие места между собой. Пока так ничего и не ясно с моторами, с этими. Ну, вроде бы пытаются с Renault договориться. Сейчас новости появились, ну, пресс-релиз они выпустили, что на самом деле никак они не разрывали контракт, оказывается, с Renault, Red Bull, и, в общем, не так все плохо, типа, на самом деле.
Ну, не знаю, как оно там действительно, то ли они пытаются тем самым немножко Рено задобрить и, ну, как бы показать свою лояльность, что ли, к ним, что не так все плохо на самом деле. Хотя как не так плохо, когда в каждом гран-при они все, и команды, и пилоты, при малейшей возможности пытались, в общем-то, кидать копья в двигателистов и, ну, в общем, что только стоят, что тут говорить, переговоры с Мерседесом и Феррари. То есть Рено даже они не брали в расчет на будущий год, как своих двигателистов. Ну, не знаю, дай бог, конечно, чтобы у них все-таки удалось договориться с Рено, но я думаю, отношения-то уже этим сезоном будут подпорчены. Вот. И, кстати, об этом еще говорит тот факт, что Рено обещали в Сочи обновление весь год, в общем, практически они говорили, что да, в Сочи будет крупное обновление, что они потратят эти жетоны, доработают двигатель, но в Сочи обновлений не было никаких, и уже говорят, что и в Остине через 2 недели в Техасе тоже никаких обновлений не будет, да и вообще не факт, что будут до конца сезона. Естественно, понять их тоже можно, потому что если разрывать контракт с командой, то на кой черт им свои новинки какие-то технологические показывать и внедрять. Они их благополучно применят в следующем сезоне уже со своей заводской командой. Вот. Блин, опять в штопоре что-то меня крутит. Какая-то тенденция нездоровая появилась. Ну, в общем, вот такие вот вкратце такой обзорчик вам нашего этапа Гран-при России. Те, кто не смотрел в прямом эфире, обязательно посмотрите в записи. Гонка стоит того, очень интересная, насыщенная, как я уже сказал, была борьбой. И аварии были. Понятно, что некоторые смотрят чисто из-за аварий гонки. Я таких, конечно, не понимаю людей, но тем не менее такие есть. И таких довольно много. Так что и для вас, дорогие мои кровожадные зрители, если есть такие, Гран-при России было зрелище. Вот. Так что призываю смотреть. Следующий этап у нас будет через 2 недели. Это Гран-при США, Техас, Остин. А, и кстати, прикольная тема была. Сейчас еще минуту. На подиуме у нас, вот о Техасе-то заговорил. В Техасе там все в свое время, помню, приветствовали, когда вот первый раз Гран-при там провели, в 2012 году. Там на подиуме вместо бейсболок, вместо кепок, им ковбойские шляпы выдавали. Ну, с логотипами, все как полагается, Пирелли. Но вот такие стилизованные шляпы, ковбойские. И у нас в прошлом году были обычные кепки, бейсболки. А в этом году сделали прикольно шапки-ушанки такие, ну, черные. Вот. С логотипами Пирелли, вот эти вот там веточки у них, да. И надпись это Пирелли. Ну, прикольно, конечно, смотрелось. Молодцы. Творчески подошли. Вот, конечно, прикольно смотрелся Хэмилтон. Ну и вообще победители на подиуме вот в этих наших шапках-ушанках. Ну, они, конечно, такие стилизованные, но все равно интересно. Придумали, молодцы. Опять на подиуме Путин был, наш президент вручал приз за первое место Хэмилтону и за первое место команды, ну, одному из инженеров команды Mercedes. За первое место команды. Вот, так что опять засветился Путин на подиуме. Особенно как-то нежно они с Хэмилтоном прям обжимались. Там он его 2 раза поцеловал в щечку. Ну, я имею в виду Путин. Вот, с Феттелем как-то вот такого не было у них братания. Ну, потому что, наверное, все-таки Феттель как-никак германец. Вот, и генетическая память еще срабатывает. А вот с Хэмилтоном, пожалуйста. Перца тоже он там пообнимал за третье место.
когда поздравлял его, ну просто уже уходя с подиума. Вот, а вот Феттель обделил своими обнимашками. Довольно прикольно смотрелось. Вот. Интересно. Потом после гонки интервью у нас наши корреспонденты брали у победителя, у Хэмилтона. Ну и спросил, значит, у него наш корреспондент, а где же, мол, шапка-то, вот, которую вам на подиуме вручили? Он говорит, а, мол, она вот в команде уже, там, где кубки, и это, туда ее, значит, поместили. Ну и корреспондент у него спросил, а вы знаете, как это головной убор вообще называется? Он, нет, говорит, не знаю. Он, ну и по-русски он ему сказал, шапка-ушанка. Ну и Хэмилтон повторил такой, шапка-ушанка. То есть Хэмилтон, короче, потихоньку учит наш великий и могучий, и того и гляди, ему гражданство, может быть, в следующем году уже наше предложат. Будет у нас одним великим человеком, россиянином больше. Теперь вот, может быть, темнокожего. Ну, это, конечно, шучу я. Шутки все, но довольно прикольно тоже это все смотрелось. Вообще Хэмилтон молодец, он во всех странах пытается с трибуны, в общем, болельщиков приветствовать на, ну, местном, на родном языке, ну, в общем, той местности, где, собственно говоря, гран-при проходит. Ну и у нас он тоже там крикнул «Всем привет!» Так, с акцентом. Но уже, кстати, лучше, чем в прошлом году это было. Видимо, тренировался. Вот. Ну ладно, наверное, закончим пока с Гран-при России. Я очень, в общем, мои эмоции положительные. Я очень рад тому, как он прошел в этом году. Молодцы. В следующем году на 1 мая, значит, переезжает наш этап. И, в общем, не придется год целый ждать. В общем, через полгода уже снова будет наш Гран-при. Именно 1 мая, на первомайские праздники, воскресенье будет 1 мая, и пройдет третий этап Гран-при России. Вот, и с 17 года, возможно, он еще и станет ночным. Пока это не точно, не точная информация, но стремятся как бы к этому там. Подсчитывают экономическую целесообразность, и если все там будет нормально, дебет с кредитом сойдется, то, возможно, уже в 17 году мы увидим великолепнейшее зрелище. Я, конечно, очень жду этого, ночной гонки в Сочи. Конечно, вид будет вообще потрясающий. Я думаю, тогда мы вообще за пояс заткнем Абу-Даби. Вот. Ну, будем ждать. Такие вот дела. Так, ну, вернемся на трассу. Что у нас тут происходит? На трассе-то, собственно говоря, резина еще, в принципе, в довольно свежем состоянии. Ну, так, в среднем, так скажем, в своем промежутке. Догоняем опять очередного бойца на круг. Сейчас надо будет посмотреть, что там у нас идет. Что-то белокрасное. Супра, наверное. Наверное, догоняем Супру Дэнса. Да, точно. Это Дэнса Супра. Ну, их у нас, как вы помните, две. По крайней мере, было в начале. И это... Первая из двух, по-моему. Я вот что-то заметил, у меня какие-то проблемы начинаются. Я как кого-то на круг догоняю, начинаю ошибаться. Волнение, в общем, стресс, не знаю, стесняюсь, может быть. Что-то как только вот догоняю, сразу время на круге падает и... Начинаю ошибаться, и прям круговой телепается за мной какое-то время.
Даже с тем же Вайпером мы что-то долго сражались. А если Супра... Я не знаю, какая она, третья идет, что ли, получается. Что мы уже обогнали и Вайпер, и Зиксель, и Юнисию Джекс. И вот, получается, на очереди Супрович. Это первый, наверное. Ну, если на пидстопе не обогнали вторую. То есть у нас что получается? Две Супры доминируют. Второе, третье место. Не, ну машины на самом деле четкие. О, 1.15.5. Ну тут я сам себе противоречу. Пока вроде бы, даже несмотря на кругового, время даже улучшилось на 2 секунды. Так, это мы с вами благополучно преодолели середину дистанции. Так что полгонки позади. И вот мы, считай, на круг обогнали. Ну или почти всех. Или всех уже. Сейчас уже толком и не разберешь. Может, на пит-стопе кого-то обогнали. По идее, вторую Супру еще не обходили на круг. Вот. Ага, вот, видите, вторая Супра у нас на пит-стопе. Вот они, значит, две. Интересно. Ну, сейчас, по идее, все уже в круге. Значит, у нас действительно две Супры идут, ну, скажем так, непосредственно позади, да, хоть и в круге уже, на втором-третьем месте. Ну, а дальше там все остальные, то есть Toyota... Уделала, короче говоря, Ниссаны. Все три места на подиуме у тойотовцев. Вот. Ну а если брать японский автопром в целом, то японский автопром просто раздавил в хлам, просто втоптал в грязь американский автопром, причем на американской же земле. Первые, получается, пять мест у нас из Японии. Ну и хозяин трассы лишь на шестом месте. А вот, кстати, и Вайпер на пит-стопе. Это он уже на второй круг, получается, нам уступает. Так что и его на круг уже даже Супры сделали, получается. Ну или почти там сделали, где-то рядом они. Вот, так что разгром полнейший хозяев поля, хозяев трассы. Оплошали америкосы. Хотя, если честно, немножко удивительно, конечно, все-таки, что Вайпер плетется в конце. Я тут на днях, короче, вспоминал старый добрый. Ну, это, конечно, это не автосимулятор, это просто гонка, связанная с машинами. Ну, в общем, думаю, те, кто, у кого была первая Сонька, ну, или, может, у друзей у кого-то была, должны помнить игру такую, как Vigilant 8. Обалденная игрушка, ой, помню, она у меня была, и первая, и вторая часть. Хотя нет, вру вам, первой у меня не было, у меня была вторая, первую я... у друга постоянно брал. Да. Менялся с ним дисками. Вот. И Vigilant 8. Вот первая часть. И Vigilant 8 Second Offensive. Это, конечно, очень классные игры. Сколько было баталий в этой игре с друзьями в режиме разделенного экрана. Ну, просто не счесть. Ну, те, кто не знают, если таковые есть, это, в общем, гонки на выживание, так скажем. Хотя там это гонками даже не назовешь. Это просто, ну, такие развлекухи, да, то есть
выбираешь машину, и у тебя дана какая-то карта определенная, и вот на этой карте всячески гоняешься. Похоже на Кармагеддон, но там еще Vigilante с оружием. Вот. И, значит, ну, цель какая? Цель одна – уничтожить всех на карте, остаться в живых самому. То есть на карте разбросаны ящики с оружием, просто оружие разбросано везде. И вот ездишь, собираешь эти пушки, мины, разные ракеты. У каждой машины еще есть свое спешл оружие, уникальное. Вот, если завладел таковым, так тут вообще становишься практически непобедим. Ну, также там разбросаны ключи, это для починки. Машины разбиваются просто в хлам, практически все на карте можно было разрушить. Ну, по тем временам, конечно, гонка, хотел вот сказать уникальная, но нет, не уникальная. Все-таки конкурент у нее был довольно мощный. Тогда вот конкурировали как раз из такого же жанра гонки на выживание, был еще Twisted Metal. И как ни странно, Twisted Metal больше вот знаком геймерам, чем Vigilant 8. Интересно, вот почему так? Хотя в то время абсолютно обе серии здравствовали и жили на равных, конкурировали. Twisted Metal, правда, прожил гораздо дольше. Можно, наверное, сказать, что он и сейчас жив, потому что последняя часть вот вышла не так давно на PS3, по-моему, в 2011 году. Вот, правда, я в нее не играл, но, как говорится, очень хотелось бы. Но вот что-то не довелось, короче. Не купил диск, ну и потом как-то все это подзабылось. Вот, а тогда это великолепные были гонки. Но мне, если честно, больше нравилась именно игра Vigilant 8. Вот у нее как-то физика была покруче. В Twisted Metal как-то все угловато более было. По-моему, разрушаемости было меньше. Не знаю, как-то мне машины как-то там... Физика, именно поведение машин мне вот не нравилось в Twisted Metal. А в Vigilante там такая вот она подвеска там вот играла, больше видно было, как она работает, да, ну, прикольно. Машины там прыгали, рельефы были как-то более разнообразны, по-моему. То есть в Twisted Metal там по большей части какие-то такие плоские карты были. А в Vigilante там вот нет, там были какие-то холмы, горки, постоянно какие-то камни, плюс еще сами трассы были интерактивные, то есть почти на каждой трассе был какой-то элемент, ну типа, или природный, да, вот там, помню, была трасса на склоне какой-то заснеженной горы, такого горнолыжного спуска даже, то есть там курорт такой, и там вот все это бесчинство, в общем, устраивалось соперниками. И там, если помню, что-то сбить три елки, три дерева, в общем, уничтожить, то обвал случался, снежный такой обвал. И кто, в общем, попадал под это дело, машину, конечно, очень сильно разбивало. И даже если полной жизни у тебя, то могло практически в нулину тебя замесить там, ну, в общем, весело было, особенно если с друзьями играешь, вот так вот подколоть друга, и особым таким шиком было вот именно подвергнуть его вот этому обвалу лавины снежной. Потом, помню, была одна из любимых трасс там, это на дамбе, ой, вообще, очень много там времени, одна из любимых карт такая была, там, помню, вот фишка такая, ну, была, вот не помню, как она приводилась здесь, там, по-моему, какой-то рычаг был, в него с пулемета стреляешь, он переходил с одного положения в другой, и, в общем, с дамбы шла такая большая волна, и если кто-то под нее попадался, под эту волну тоже из соперников, то его довольно хорошо так коцало, тоже вот, она такая довольно небольшая была карта, но зато там много всяких вкусностей было раскидано.
Вот, ну и мы любили вот именно там рубиться. Там она проглядывалась с одного конца до другого, и, в общем, скрыться там почти некуда было. И вот там были такие вообще замесы мощные у нас с друзьями. Вот, с тем же Лехой, вот, про которого я много раз уже постоянно вам рассказываю, со своим другом, вот, мы очень много лупились в этот Vigilant 8. Вот, потом помню, тоже четкая трасса была, но она довольно большая была, такая интересная, зеленая, там сады апельсинов, апельсиновые вот эти деревья, там, и вот среди них там надо было какая-то плантация, ферма там, тоже красивая такая прям карта была по тем временам, ну реально очень красиво было сделано. Вот, и там самое интересное было, когда берешь пикапчик такой, там был в Vigilant'е, и у него спешл оружие было. А те, кто помнят, сейчас, наверное, назовут, что у него за спешл оружие было. Так вот, пчелы у него были. И вот на этой ферме, на этом пикапе, если еще, да, этих пчел выпускаешь, ну так прикольно, короче, смотрелось. Так, тем временем опять немножко отвлечемся, вернемся на трассу. Вот, 55-й круг, видите, покрышки... Передний, по крайней мере, убитый в нулину. Ну и давайте остановимся. Как я говорил, как раз, в общем-то, до 55-го дотянули. Можно, в принципе, еще на кружок даже раньше, наверное, останавливаться. В следующий раз 25-24, например, круга. Ну, посмотрим. Так, выезжаем снова на этом замысловатом выезде с питлейна. Нас снова... В круг вернулась Супра, пока мы были на пит-стопе. То есть, вот смотрите, уже ну, к двум третям дистанции подбираемся, а у нас еще есть соперник, который нам круг не проигрывает. Довольно интересно. Так, и мне еще интересно, сможем ли мы сейчас на этом комплекте снова перебить лучшее время круга. То есть, до этого несколько гонок на выносливость, если помните, как раз таки у нас... Так вот и было фишка этой, что на каждом новом комплекте резины мы улучшали рекорд трассы. Ну, посмотрим, продолжится ли эта тенденция сейчас. Ну, с этого круга, естественно, не получится. Это первый круг после выезда с питлейн. Ну, а вот сейчас как раз резина более-менее уже прогрелась за круг. Можно постараться что-нибудь выжать из нашего ГТ-1. Да, и кстати, кто в курсе, в комментариях напишите, вот сколько раз GT1, вот этот, вот эта модель, на которой мы сейчас с вами едем, ну, не обязательно в смысле 99-го года, но она-то участвовала несколько лет в Лимане, сколько раз выигрывала Лиман? По-моему, пару лет, вот 98-й, 99-й, наверное. Хотя я точно не помню, может, и ошибаюсь. Ну, сейчас, по крайней мере, у меня один из подписчиков, вот, больше, наверное, к тебе обращаюсь сейчас, Алекс Вульф. Ты у нас тут местный эксперт в разного рода гонках, соревнованиях. Вот, скажи, пожалуйста, сколькикратный победитель это у нас в руках-то сейчас? Вот, в каких годах он выигрывал знаменитый марафон лимановский. Так, давайте, наверное, этот круг я помолчу. Послушайте движок GT1. Ага, вот, смотрите, обалденно. Все-таки удалось нам еще улучшить время рекорда. И попутно обогнали мы
Зиксель на второй, получается, круг уже. И вот снова догнали Денсо Супру на первый круг. Ну, от нас не уйдешь, тем более сейчас темп у нас, ого-го, возрос. Так что, ну вот видите, их, блин, на круг чуть ли не тяжелее обходить, чем просто когда в борьбе за позицию. Прям сопротивляются, перекрещивают, снова выходят вперед, сражаются так, как будто, блин, парень, ты круг уже вообще-то проигрываешь. Ну-ка на обочину быстро. Кошмарики. Наглецы просто. Да. Ну, в общем, ладно. Вроде разобрались с круговыми. Вернусь опять немножко к Виджиленту. Чуть-чуть еще расскажу. Вот. И во второй части, помню, Виджиланта у меня был какой-то глюк, баг, не знаю. Ну, в те же времена, блин, у нас все пиратки одни были. Лицензии-то никто и в глаза, наверное, не видел. За небольшим исключением. Кстати, в это исключение и я тоже попадаю. Я вам уже говорил, было у меня пару лицензионных дисков. Ну вот, не суть. Был, значит, баг такой, что Vigilant 8 Second Offensive у меня не у всех машин почему-то спешл оружие срабатывало. То есть, ну, примерно, наверное, у третьей машин автопарк там во второй части увеличился. И вот у третьей машин, значит, спешл оружие, оно как бы бралось, но оно никак себя не проявляло. То есть, там, ставя его, нажимая на кнопку, был просто пшик. Вот, и с чем это связано, я не знаю, если честно. И, ну, на тот момент, понятное дело, и неоткуда было узнать, что да как. Правда, я помню, где-то уже позже видел, ой, то ли нарезку какую-то, может, в игромании, или в стране игр, или еще где-то, на каком-то из дисков, вот нарезку из старых игр. И там я видел, что вот эти машины, которые у меня не могли пользоваться спешл оружием, там я как раз таки увидел, как оно используется и какие у него эффекты. А, вот, сейчас вспомнил, что я вам морочу голову. Я это видел не в какой-то нарезке из журналов, это в демке, в показе. Ну, то есть, когда там долго в стартовом меню не жать никакие кнопки, включается показ, да. И вот там, значит, показано, как играть, там чего. И, значит, на этих вот машинах, некоторых, которые у меня были без спешл оружия, там они как раз мелькали в этой демке. И там они использовали свое спешл оружие. И мы с Лехой, конечно, недоумевали, что ж такое, как так. Вот, и во второй части там вообще прокачка появилась. То есть там машины со временем прокачивались. И когда ты прокачивал ее полностью, машину, она даже внешний вид меняла. Помню, во второй части мне нравился очень тягач такой, фура здоровенная, с цистерной такой, с бочкой большущей. Вот она мне нравилась. Конечно, она громоздкая была, но хороша была тем... Вот смотрите, вот опять не дает себя обогнать вот на круг Юнисия Джекс. На второй уже круг причем. Тем не менее, блин, сражается тут бок о бок с нами. Так вот, преимущество, помню, этого тягача было, что... Ну, в общем, сзади он был практически неуязвим. То есть в эту бочку можно было стрелять соперникам, а жизни как бы у тебя не отнимались. Вот. Но со временем просто она, если в нее слишком долго там ракетами пуляли, она просто взрывалась. Вот, ну и уже от этого взрыва там мог пострадать и ты сам. Ну, конечно, игра очень веселая, как я говорю, мне именно эта серия больше гораздо нравилась, чем Twisted Metal. Вот своим как-то более задорным таким антуражом.
Вот. Хотя помню, в Twisted Metal тоже фишка такая была интересная. Ну, это я говорю именно про первую часть Twisted Metal, потому что в остальные я вообще не играл. По-моему, первая, да. Там была карта в Париже, и там можно было вот уронить Эйфелеву башню. Тоже, конечно, весело. Все эти игры попервой мы вообще увидели еще в компьютерных клубах. На первых Соньках играли. Тогда еще ни у кого из нас не было Соньки. Ни у меня, ни у друзей. Вот, и играли после школы там. Ходили. Иногда даже во время школы. Вот, и вот эти вот все Twisted Metal. Ну, как-то вот мне в компьютерном клубе больше нравилось Vigilant 8 брать, поиграть. Но если вот он был занят, как бы кто-то другой играл, там диска не было, тогда приходилось брать Twisted Metal. Вот, так что тоже, в принципе, играл. Но я и играл гораздо хуже, сливал матчи там. Не так у меня хорошо получалось. Вот. На Vigilant, конечно, четкая игруха. Вот думаю, в общем, скачать ее образ и погонять в него. Вот. Помню, там тоже во второй части была карта. По-моему, где-то в Техасе. Где метеорит вот у них упал там у америкосов. И типа вот эта же местность там была. И там условия уже тоже не помню, при каком условии, но, короче, появлялся инопланетянин какой-то жуткий, там, типа богомол какой-то. И, в общем, стрелял лазером всех там. То есть, ну, грубо говоря, соперником еще одним вот он становился. Ну, что-то меня замотало тут так. Заговорился. Вот, и то есть, помимо соперников от других машин появлялся вот такой гигантский какой-то жук там, и надо было его долбить. Помню, там еще школьный автобус, он был что в первой, что в второй части, и у него спешл оружие было. Это такая труба здоровенная сзади к нему пришлепывалась, и он с характерным звуком, реально со звуком пердежа такого, он газовал таким жутко черным дизельным таким дымом. И, в общем, если машину удачно так вот запердеть, короче, то вот с одного такого залпа разрывало всех просто в хлам. Очень мощное оружие. Единственное, что оно было недальнобойное, как бы нужно было вплотную подъезжать. Но фишка в том, что если соперник попадал в это облако, у него машина глохла, и, в принципе, все. Если у тебя достаточно выстрелов было вот с этого специала, то соперник обречен просто там запердеть в один момент, просто его можно было. Ну, в общем, веселуха была, конечно, конкретная. Сейчас вот вспоминаю, реально прям ностальгия такая, живая прям картинка такая перед глазами. Очень прикольно. Если кто-то вот из вас, дорогие подписчики и вообще зрители моего канала, вот не видел эту игру, вот я планирую вот ее, в принципе, наверное, пройти, запилить ее прохождение. Ну, очень классно, веселая игруха. Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть, будете довольны. Несмотря даже на то, что она довольно, естественно, старенькая, графика там тоже уже устарела, но стоит в нее чуть-чуть окунуться, и про это все мгновенно забываешь, как вот, собственно, сейчас мы с вами тоже проходим игру тех же самых, в общем-то, времен, но это ничуть не умаляет ее достоинств, отличная игра, и как-то тут даже практически уже на графику и не обращаешь внимания. Просто геймплей, машины, окунаешься во все это. И, ну, в общем, это old school, ребята, это old school, одним словом. Вот, так что, может, не следующей игрой, но я думаю, вот Vigilant 8 в ближайшее время тоже хочу пройти. Вот, значит, если что, в комментариях можете, конечно, писать свои там пожелания.
за и против Vigilant. Но в любом случае Vigilant я хочу пройти. Это прям вот тоже одна из любимейших игр детства, и ее надо пройти, ребята. Вспомнить те годы, вспомнить те эмоции. Вот это круто, это ностальгия. Вот, ну, если говорить чисто еще о, ну, скажем так, чисто гоночных играх, то я, по-моему, уже говорил о Need for Speed High Stakes. Тоже это одна из любимых моих игр вообще. Уж не говоря из гоночных игр, но это одна из любимых моих игр вообще на первой PlayStation. И это одна из любимых игр в серии Need for Speed. То есть High Stakes 4 я очень люблю и обожаю, хотя помню свои времена, я его так и не допрошел до конца. Я дошел до самого последнего чемпионата, зверского очень, там, где уже надо на гоночных трассах участвовать. То есть, по сути, весь NFS High Stakes, он про также про, ну, улицы какие-то, точнее даже не улицы, а, ну, местности, да, какие-то пригороды, вот какие-то такие дороги общего пользования между городами на разных местностях, там через города тоже проходящие. А вот последний чемпионат, самый жесткий, он был на гоночных болидах, там вот, кстати, и в Gran Turismo есть эти машины, по крайней мере, вот в четвертой части, это Mercedes-Benz CLK, CLK GTR, McLaren F1 GTR, вот на этих машинах, собственно, по-моему, они самые крутые там, да, и на них вот проходит этот последний чемпионат на кольцевых трассах, гоночных автодромах, и вот, вот эти трассы я, как ни странно, пройти не смог, то есть, ну, пытался. Пытался задрачивать их даже, но не получилось. Лёха мне помогал в этом. Вот, но бомбило жутко в те времена даже. Вот, и как-то так не получилось. Хотя игра, ну, на мой взгляд, я говорю, чуть ли не одна из лучших в серии. Единственное, Underground первый, вот не знаю, у меня примерно на равных. Ну и Hot Pursuit второй. Тоже люблю. Люблю еще Porsche Unleashed. Ну, Porsche Unleashed это вообще, если так взять, это, наверное, в серии NFS самый хардкорный, ну, самая хардкорная часть, в смысле ее. Это практически автосимулятор. То есть там Porsche Unleashed, он, ну, не сказать, что под копирку сделан с Gran Turismo, но очень многие элементы Gran Turismo там узнаются. Именно вот в этой части Porsche Unleashed. Также там Driving School, вот это вот сдача на права. Там физика гораздо более такая стала хардкорная. Чемпионаты вот, да, тоже. Настройка машины там появилась. Ну, в общем, этим, наверное, мне она тоже вот запомнилась и нравится. По сей день у меня к ней такие теплые чувства, воспоминания о ней. Вот. Ну, я опять же говорю, плохого в этом я ничего не вижу. То, что там они брали какие-то удачные элементы из, ну, даже игр конкурентов, да, почему бы и нет, если она прикручена как надо, тоже на совесть, и это как бы работает уже в их игре, то ничего в этом плохого нет. Это всегда, в общем, хорошие идеи в любой сфере, они заимствуются и как-то, может, немножечко эволюционируют, но тем не менее это и позволяет как-то двигать жанр вперед на хороших идеях. Потом, в общем, вырастает что-то еще, геймплей улучшается, ну и так далее.
Вот, так что любимые мои серии NFS это вот, я говорю, High Stakes, потом Porsche Unleashed, потом Hot Pursuit 2 и первый Underground. Вот. Это вот те игры, которые я, в общем-то, проходил. Ну или почти до конца доходил, добивал, вот как с High Stakes, например, да. Вот. И, как я уже говорил, High Stakes мне нравится больше именно на PlayStation. Я на компе в него играл, на компе мне он абсолютно не понравился. Очень мне не понравился. Да, графика там лучше, но порт какой-то кривой, управление там совершенно какое-то... Мне не понравилось. По сравнению с соньковским управлением, оно абсолютно какое-то неадекватное. Вот. Именно по части управления мне на компе вот High Stakes не понравился. И даже то, что графика лучше, да, то есть разрешение больше на компе, но вот нарисованы машины на Соньке, они как-то вот, ну, не знаю, они с дизайнерской точки зрения, они красивее. Да, в них не такие отражения, там, они не так блестят, не так, может, много полигонов в них, но вот именно с дизайнерской точки зрения видно, что на приставках, ну, по крайней мере, на первой Соньке, вот, создатели игры, разработчики, они вот как-то вкладывались в это дело, вот как-то с большей любовью, что ли, с большей самоотдачей рисовали модели. Поэтому я говорю, саундтрек там божественный просто, великолепный. Те, кто в курсе, наверное, и играл в эти игры, может быть, даже заметили, что в моем обзоре на Гран-при Венгрии я использовал темы там с как раз таки с вот этого вот Need for Speed High Stakes. Вот. Там они у меня звучат. Те, кто как бы не в курсе, вот могут послушать, включить обзор и послушать там темы как раз таки из Need for Speed High Stakes. Вот. Пятую я проходил полностью, Porsche Unleashed. Всю. А потом у нас был как раз, по-моему, Hot Pursuit следующий. Hot Pursuit 2, в смысле. Его я тоже полностью прошел. Тоже обалденная игруха. Но его я проходил уже на персоналке. Вот. Как, по-моему, как, собственно, да, и Porsche Unleashed. Porsche Unleashed я проходил на своем первом компьютере персональном. А на Соньке у меня был Hot Pursuit, Porsche Unleashed, но вот на Соньке он мне, конечно, уже меньше понравился. Там и графон уже был, ну, совсем устаревший, и вот управление... Ну, управление, кстати, там было неплохое, но вот что-то по части графики меня зацепила именно версия с ПК, и... Именно вот графонистая она была такая, конечно. Хотя у меня комп тоже ее не тянул по тем временам на полной, но все равно вот даже тех мощностей хватало, чтобы ощутить разницу. Вот. Ну и ох ты, ё-моё, вроде уже напрямую вышел, и все равно закрутило. Вот опять, почти догнал кругового и ошибся. Ну и следующий, значит, вот Hot Pursuit, как я уже сказал, был второй. Там вообще уже графика была, ну, божественная по тем временам. Очень красивые машины, пейзажи там, ну, просто зашибенные. Там вот эти закаты, помню, или трасса вот по лесу многовековому там, среди там лиственниц, по-моему, или секвой каких-то. Кстати, эту трассу, эту карту именно, знаю точно, перенесли потом в Hot Pursuit 2. Hot Pursuit 2010, по сути Hot Pursuit 3, ну вот его так назвали, хотя я в него не играл, очень об этом сожалею, в Hot Pursuit 2010 имею в виду, но игра вот именно с визуальной точки зрения, с трассы вот как там сделаны, мне, конечно, очень это напомнило и второй Hot Pursuit, и даже High Stakes, обалденная. Вот последняя игра, которую я полностью прошел, это был Underground, первый. Я его полностью прошел, причем несколько раз на разных машинах. Я его буквально закатал
на разных тачках. Так, вот мы обходим Супру на питлейне. Это получается на второй круг уже, да? Вот. Кстати, нам-то на пит-стоп тоже уже вскоре надо ехать. Ну, пока резина еще такая оранжевая. Кстати, по-моему, она больше кругов протянет. Ну, вот судя по ее состоянию. Может быть. Ну, в любом случае, надо где-то на 80-м круге заезжать. И вот последние 10 кругов прямо вот пытаться наращивать темп и вот побить тоже рекорд. Еще раз, ну, дабы традицию нашу не портить. Так вот, вернусь к Need for Speed. Последний, значит, Underground я проходил. Второй мне не понравился, потому что там открытый мир уже появился. Мне стало, если честно, скучно там ездить. Да, графон там еще лучше стал. Там даже погодные эффекты появились. Дождь. Но как-то, не знаю, по мне зря. Вот эти все открытые миры в Need for Speed'ах. Зря это все. И вот, кстати, новый Need for Speed, он, конечно, черт возьми, с графической точки зрения, ну просто божественный. Там, я не знаю, там такие переходы плавные от кат-сцен к движку, что там вообще незаметна уже разница. Машины там, конечно, смоделированы просто прекрасно. Система, мне там, по крайней мере, из того, что я видел, мне там очень нравится, опять же, система апгрейда, прокачки, как вот там выглядит именно система визуальной прокачки. Ну, классно, конечно. Но, судя по всему, там опять будет этот чертов открытый мир, открытый город. И вот это, я очень боюсь, что это убьет игру. Вот это, ну, не знаю. Опять же, по мне. Я знаю, что второй Underground очень многим нравится, но не в моем случае. Я категорически против открытого мира, поэтому мне, собственно, Most Wanted не так нравился, как мог бы, может быть, понравиться. Мне понравилось, что все-таки днем он стал. Ну и там разрушаемость появилась, он более динамичный стал. Прикрутили полицейских туда, да, четко. Но вот открытый мир там, опять же, вот, ну ни к чему. Я вот Most Wanted первый, имею в виду, играл. Он у меня был на второй Соньке. Ну, я его не прошел даже наполовину, все равно бросил. Мне надоел вот этот открытый мир, честно. Концепция вот эта ни к чему, на мой взгляд. Гонки должны быть гонками. Зачем там открытый мир? Непонятно. Вот, и... Хотя вот Forza Horizon я бы с удовольствием поиграл, вот честное слово. Вот такая концепция открытого мира мне больше нравится. Вот Forza Horizon мне очень нравится. Я бы, будь у меня Xbox 360 или там Juan, как его называют. Блин, вот прям хочу. Жалко, ни у кого из моих друзей нету бокса. Прям поиграл бы вот с удовольствием. У меня был один друг, у которого был 360 бокс, но он его продал. К сожалению, возможности сейчас вообще нету на боксе играть. Вот, так, ну тем временем вот мы остановились на 80-м круге, как я и планировал, и сейчас вот прогреем резину, и надо будет пытаться выдать, в общем, вообще все выжать из нашего GT1, все, на что он способен. Ну и давайте снова вернемся, закончим уже с олдскулом. Так, на чем мы там остановились? На андеграунде, да? Вот. Ну и на перезапуске, так скажем, Need for Speed сейчас. Очень надеюсь, что новый Need for Speed получится охренительным. По крайней мере, вроде бы все составляющие есть. Может быть, даже и с открытым миром там будет неплохо, но должно быть вроде. Вот вернулись опять же таки они к живым актерам, это тоже прикольно. Прям 90-е is back. Как говорится, 90 прям вот вернулись. Это тоже радует, конечно, такого старого олдскульщика, как я. Не может не радовать. Но вот открытый мир может там подпортить, конечно, картину. Вот.
А еще из автосимов... Ой-ой-ой, что-то... Я сам, если честно, не понял, что это было. Прям по прямой вылетел. Это, наверное, масло разлилось вот у супер передидущей. Я на нем просто по прямой поскользнулся. Вот, мне еще из тех времен очень нравились автосимуляторы от EA, от Electronic Arts, с тех времен формульные автосимуляторы. Вот. На компе у меня был так, F1 Challenge 99-02, по-моему, так он назывался. Там целых 4 сезона было представлено, и, естественно, и болиды всех 4 сезонов, то есть 99-го, 2000-го, 1-го и 2-го. Вот, и очень нам не нравилось, честно скажу. Во-первых, то, что там, ну, были вот именно болиды всех 4 сезонов. Это круто, мне нравилась физика там. Я очень долго в нее играл сначала. Ну, просто сам в сингл, так скажем. Тоже там чемпионом стал многократным. И потом, когда у меня появилась возможность играть в онлайне, я в нее еще в онлайне очень много играл. Я прям моды на нее скачивал. Помню, там моды были уже на более современные. Там у меня был мод на 2007 год. Как раз. Вот, там уже современные болиды. Правда, они довольно глючные были. Игра подвисала, могла вылетать. Но, ух ты! Вы смотрите, 1.11.1. Просто ничего себе, еще на секунду с лишним. До этого было 1.12, что-то и 4 круг, по-моему. А, 1 или 12.3. Блин, ништяк. Я даже, если честно, сам не ожидал. Вот, и значится, вот такая игруха мне очень нравилась. F1 Challenge. Я еще помню, у EA тогда прикольный слоган такой был. Challenge everything. Прям мне вот в душу запал. Вот, и также была F1 Championship 2000 и 2001 у меня. Вот 2001 года тоже нам не нравилось, но вот, по-моему, в 2002 или 2003 вышла вот эта вот челлендж, ну, 9902, и она прям меня поглотила полностью. А вот 2000 года формула, она мне очень нравилась на первой Соньке, она у меня была, я уже рассказывал в одной из предыдущих серий, как она мне досталась, мне ее батя подарил на Новый год. И я в нее просто, ну, заездил и тоже. А вот 2000-я та же формула на компе, она у меня потом появилась. И она мне абсолютно не понравилась. Вообще. Единственная фишка, которая мне там понравилась, это то, что там были реализованы поломки на машине самого игрока, геймера. Вот это было четко, прям. Едешь, едешь, бац, у тебя... И это еще сопровождалось, ну, сообщениями такими, вверху экрана. Бац, у тебя выпала там первая скорость. Тресь там третья. Я помню, в Монако так шел, значит, не помню, не лидировал, по-моему, где-то вместе на третьем, наверное, шел, и уже до финиша там оставалось буквально там круга 4, и у меня треснь выпала сначала первая скорость, а я и даже и не подозревал, что эта фишка есть, я не сразу это понял, до меня это не дошло. Смотрю, какие-то эти надписи появляются сверху, что-то там, First Gear is Missing, думаю, чё? Ну, понятно, как бы, ну, типа, пропало первая передача, думаю, интересно. Ну, кому это вообще относится, думаю, что за сообщение такое интересное? Ну, у кого-то, думаю, наверное, с коробкой передач проблемы или еще что-то такое. А потом тресь, еще что-то такое же, только там, допустим, третья передача пропала. А потом замечаю, что это у меня передачи вываливаются, что у меня машина там перестала разгоняться, что она еле-еле разгоняется. Или там перестала ниже, потом третья у меня опускаться. И в итоге, в общем, я за последние там 2-3 круга, у меня вообще повылетали почти все скорости, я финишировал там в итоге на какой-то, на пятой, по-моему, и меня там многие обгоняли, но в итоге я, по-моему, все-таки смог шестым финишировать, взял одно очко, вот, ну, гонка была прям такой напряженной, но все равно даже вот эта фишка не смогла перебить моего впечатления от тамошней физики,
вот тамошних трасс, рельефа трасс, как они там были смоделированы. Ну, по мне так очень ужасно. Ужасно просто были смоделированы трассы. Это, собственно говоря, меня и вывело из этой игры довольно рано. А вот следующий шаг, F1 2001, конечно, была практически божественной. Еще такая игра была, как Гран-при, серия Гран-при. И вот четвертая часть, она очень близка была по физике как раз таки к электроник-артовским формульным симуляторам, но все-таки она еще хардкорнее там была. А графон был также довольно-таки сильно похож. Ну, в принципе, понятно, что там. Технологии-то примерно одни и те же, наверное, использовались. И вот Гран-при 4. Я, к сожалению, не в нее очень мало играл. И не у себя. Вот. И она мне тоже понравилась. Но вот как-то... Ну, не знаю. Может быть, слишком хардкорной была там физика. Ну как-то она меня не так зацепила все равно. Хотя я в нее, говорю, поиграл. Вот с трудом, конечно, верится, но тогда Electronic Arts смогли вот делать такие игры, ну, довольно хардкорные. То есть вот эти вот симуляторы формульные были, конечно, классными. Потом... лицензию на формульный симулятор. Вы смотрите, ничего себе, напрямой обошел. Разгону супер больше. И напрямой, смотрите, отрывается, еще продолжает. Так что GT1 тут не во всех параметрах имба машина. Вот. Потом, значит, выкупила, значит, Sony лицензию на все эти автосимуляторы по формульной лицензии. И я в них не играл. На второй Соньке у меня не было ни одного формульного автосимулятора. И потом у меня был довольно большой перерыв. И на Соньке, на третьей я уже купил F1 Championship 07. Но она была по 2006 году сделана. Вот. И там уже, да, было реализовано вот многосезонность, это эти вот, она, собственно, была уже мало чем отличалась даже от тех сейчас симуляторов, которые делает Codemasters. То есть все вот эти вот основные фишки там были, e-mail'ы, да, то есть какие-то тесты там в начале сезона были, что ты выбирал там, ну, на какой команде, грубо говоря, дебютировать, смотря какое время на тестах там покажешь. И от этого зависело, ну, совсем в аутсайдеры ты пойдешь или все-таки сможешь там более-менее к середнякам попасть. То вот, кстати, это довольно печально. С тех времен, вот именно с геймплейной точки зрения, симуляторы-то формульные выросли очень немного. То есть уже почти 10 лет прошло, а я вот так сейчас вспоминаю, что да, действительно, почти все элементы вот эти вот... были уже тогда. И да, графика, конечно, становится лучше, физика может быть проработаннее, но вот именно с геймплейной точки зрения довольно печально все это. Ну ладно, все, закончили мы с вами, финишируем триумфально. Вот в итоге мы на два круга почти, вот как раз сейчас только отыграла снова круг Денса Супра, а так всех на 2 или на 3 круга обогнали. Все, ребята, это последний чемпионат. На выносливость был наш. Поздравляю всех. Мы практически прошли Гран-туризма. Так, сейчас вот посмотрим. На 83-м круге, вот в итоге, видите, у нас лучшее время. 1.11.188. Вот. Ну и осталось получить призовые деньги. 350 тысяч, не самые большие, но тем не менее неплохо. И значит, машину, выиграть машину, тоже знаю, что за машины должны дать, тоже очень вангую за одну из них.
всего лишь за одну. Потому что вторая у нас вроде бы есть. И да, да, вот, я ее хотел. Это именно GTO HLM Edition. Это спешл модель. В первой части она была в Митсубяхах. Правда, нам так и не довелось на ней прогнать. Ну вот, по крайней мере, в гараже она у нас во второй части появилась. Неплохой болид, хотя по первой части помню, что он довольно такой дубовый. Вот. Может быть. Не помню, как он управляется здесь, но думаю, мало что изменилось. Вот. Ну что же. Еще раз поздравляю вас и нас. В общем, нас всех вместе взятых с окончанием чемпионатов на выносливость. У нас с вами впереди, в общем, остался один-единственный последний чемпионат. Классический на этот раз будет с множеством трасс, с системой начисления очков, вот, который мы пройдем, и там будут у нас финальные титры. Но это будет в следующей серии. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Думаю, что вот такой длинной гонкой я все-таки заслужил лайк. Ну ладно, на ваше усмотрение все-таки. Ну ладно, всем пока-пока. С вами был Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем удачи!